Раз, два, три, четыре, пять. Так, остановились на словарике в прошлый раз. Давайте расширим наш словарик. Где он здесь у нас? Вот он. А, внесем слово в словарь. Переменные. Где здесь были переменные? Вот они. Вот так. Теперь. Ну, с словариком чуть позже разберемся. А сейчас сделаем рамки. Ой, блин. Ну, в общем-то, я сделал рамки, чтобы как бы долго время не тянуть. Просто покажу. То же самое, что и очистка окна. Есть видео у меня, где очистка окна. Соответственно, просто рисуют рамку внутри окна и все. Больше. Ничего как бы особенного здесь нету. Две функции всего, маленькие. По сути, копии вот этих двух функций. Отличие в том, что вот эта, например, функция, которая очищает окно, она еще обрабатывает поступающие события. А эта функция просто рисует окно. И посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, что-то наподобие вот этого. То есть, для экономии места я не стал рамки выносить за пределы окна. То есть, фактически, эта рамка просто дорисовывается. Ну, можно, в принципе, например, если здесь Enter нажать, вот, видите, как бы слегка пропускает. Ну, это для экономии пространства. Ну, и рамки, соответственно, можно будет отключать, включать на усмотрение как бы, уже пользователя. Программа запускается. А, что еще хотелось бы отметить? Ну, то, что продолжим работу со словарем. Рамки это так. Для, скажем, развлечения. Добавим просто их. Процедуры. И вот это тоже параметры. Я бы сделал видео, как я пишу рамки, но это как бы, ну, смысл. Она, эти процедуры просто вот, например, которые выводит x, y, 2 в окно текст. У меня есть видео, в котором я делал вообще вырисовку окон. И там есть уже эта же процедура, вот она, вывод x, y, то есть то же самое. Просто вырезан вот этот блок, который обрабатывает поступающие события. То есть это просто для рисования. Ну и вот сама рамка рисуется с помощью дополнительной функции, которая просто рисует, не обрабатывает. А это и рисует,
и обрабатывает события. Так, с этим все. Давайте теперь посмотрим далее. У нас есть параметры окна. По сути, это некие слова. Вот они. Стоит ли их вносить в словарик или не стоит? Ну, пока не стоит, не нужно. Мы пока сделаем выполнение. Вот мы работали с именами здесь, то есть читали в AX имя. Соответственно, здесь нам имя больше читать будет не нужно. Мы будем работать только с кодами. Здесь у нас было сравнение КМП АЛ, например, плюс. А мы будем теперь сравнивать не с плюсом и не АЛ, а АХ. Например, с плюс сложение. Словарь. Вот она. Код сложения. Вот теперь у нас будет работать со сложением. Давайте попробуем запустить, посмотреть, действительно ли она работает. Не работает. Ну, оно и понятно. Не работает, потому что знак равенства еще тоже не сделан. Давайте сделаем знак равенства. Операция присвоения. Команды, знак. Здорово, а у нас нету присвоения еще. Ну хорошо, давайте сделаем вот скобок тоже нету. Хорошо. Давайте сделаем скобки. Скобка. Один. Вот так. Также нам потребуется присвоение. Операцию присвоения сделаем вот так. Сразу после деления идет. Присвоение операции. Что ж, деление вот здесь. Значит, вот здесь мы можем ее расширить, эту функцию, назвать ее скоб. Присвоение операция. Сейчас ошибки исправим. Даже нету ошибок.
Но выполнение еще не происходит по некоторым причинам, вполне объективным. То есть здесь у нас присвоение. И теперь нам нужно сделать то же самое. И то же самое сделать, как это там называется, начало, хорошо. Кажется, вот так. Но этого, по-моему, будет недостаточно. Где-то еще. Код.com.com.com. Может, к этому надо дописать. А, ну вот. Теперь работает. Вот, в общем-то. Вот так. Теперь нужно избавиться там от некоторых вещей и кое-что подправить, пока я не забыл. Так. Давайте так и сделаем тогда. Так. Вот эти нам больше не нужны. Ну и теперь работаем с кодами. Что ж. В одной функции, которая производила поиск параметров в элементах, поиск параметров. Вот. Здесь была проверка на скобку. Вот она. Соответственно, нам здесь тоже нужно будет читать код. Вот. Просто читаем. Вот это не нужно. Это не нужно, это не нужно. И, соответственно, здесь AX сравниваем, код. А с чем сравниваем, блин, не помню. Код.com скобка. И если не равно, то выход. Что ж, давайте посмотрим. Кажется, где-то что-то мы не так сделали. Не запускается. А мы вот здесь сохраняли DI,
ADI у нас больше уже не портится, так что это не нужно. Ну да, вот, в общем-то, все работает. Следовательно, эти куски нам больше не нужны. Нужно постоянно проверять вот так вот, как бы, на работоспособность, потому что если постоянно не проверять, то можно потерять то место, где возможно возникла ошибка. Что ж, с этим мы разобрались, в общем-то. Что ж, хотелось сказать, на ближайшее время нам нужно будет реализовать операции. Давайте сразу их напишем. Операция print у нас есть. Ой. Сделаем еще операции. Так, вот так. Вот так, да. Условия. 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 Операция. Если. А здесь будет называться операция вывод. Вот так. Все на русском языке. Если. Итак. Ну и соответственно здесь мы будем прописывать операцию условного перехода. Это у нас условия. А здесь мы будем прописывать цикл пока. Цикл пока. Цикл пока. Ну, на самом деле, все эти операции делаются достаточно несложно. Та же самая архитектура, как и обычные функции, процедуры. Надо будет в ближайшее время поскорее доделать, как бы, язык этот программирования, и потом можно будет написать на нем что-то типа вот как в Windows, вот такую штуковину снизу, чтобы она исчезала, когда не нужна, и панель управления обязательно нужно будет сделать. И в этой панели управления сделать диспетчер. Это очень важно. Операция исполнения, параметр, операция присвоения, операция. Добавим две операции. Раз, два. Если. Условия. Цикл пока.
Конечно, все это можно будет потом оптимизировать, но пока нам для общего представления этого будет вполне достаточно. Ничего не сломали, все работает. То есть мы теперь можем совершенно спокойно написать вот здесь, например. Вместо print написать, например, так, сейчас. Вывод попробовать, посмотреть, что произойдет. Так и так, но закроем это, закроем. Ну да, все работает. А что еще хотел сказать? По поводу вложения блоков. Давайте теперь рассмотрим функцию вложения блоков. А теперь у нас вложение будет производиться не по имени, соответственно. Не по имени. Вот здесь, конечно, такой особый моментик. Нужно всю функцию на всякий случай сохранить. Сейчас мы так и сделаем. Вот так. Куда-нибудь в блокнот. Вот так. И здесь вместо чтения буквы мы будем читать код. Элемент код нас интересует. Читаем код имени элемента. Отлично. Vx. И, соответственно, здесь мы сопоставляем уже. Например, если ax равно код. Что же там было? Команда. Команды начало. Начало. Вот так. Так, обратно. Читаем код имени элемента. А, ну вот, да. Соответственно, нам вот тут закрывающийся, тут открывающийся скобка. Здесь сравниваем AX кодком начала. Кодком начала. Ну, здесь, соответственно, AX. Конец. Интересно. Очень интересно, что получится. В общем-то работает, но суть не в этом. Суть в чем? Сейчас объясню, покажу.
суть заключается в том, чтобы нам с вами переписать вот эту штуку в начало. Так. Начало, допустим, мы напишем, а здесь напишем вместо закрывающейся скобки, например, конец. Причем напишем в разных регистрах, здесь поставим что-то типа точки с запятой, здесь оно не обязательно. Здесь мы напишем, например, вывод. Так, эти окна надо закрыть, они нам не нужны. Что ж, и, соответственно, мы должны посмотреть, что у нас получится. Ничего не получилось. Конец, начало, сумма равно, вывод, сумма 5,6. Что ж, будем разбираться сейчас. Кодком начало, кодком конец. Давайте для начала перепишем нашу программу на русский язык. Нам так будет сподручнее, не придется каждый раз заново писать. Так, сумма. Здесь мы запишем так, начало. Здесь мы напишем конец. Здесь это не надо. И здесь мы напишем вывод. Что ж, попробуем откомпилировать и запустить. Неправильно. Где-то еще это значит используется. И я вспомнил, где. Вложение параметров. Соответственно, вот она. Изложение параметров или блоков, начинающихся с символа КЛ. Но придется от КЛ отказаться сразу. Это у нас будет вложение параметров и будет еще. Вот есть вложение блоков. Вложение блоков. Это что касается вложения блоков. Что касается вложения параметров. Ну что ж, попробуем исправить положение. Элемент код. Да, элемент код, и попробуем сравнивать этот код с
ком, код ком, код ком, начало. Что ж, после чего попробуем по почему-то вот здесь мы перемещаем в DI DX, после чего мы читаем код. И совершенно не ясен вот смысл вот этого оператора. Кто-нибудь знает, зачем он вообще здесь? И почему я сравниваю букву с КЛ? Все, понял. Здесь по типу КЛ нигде не используется. Все, понял. Элемент код. Здесь вместо AL используется AX, KX. Вот так. Здесь оставляем все вот так. В общем, это очень весело. Теперь осталось найти функцию вложения параметров. Вложение параметров. Вот они. Здесь записываем, значит. Код.com. Скобка. И здесь записываем код.com. Начало. Так, при этом надо штуковину убрать, а то все нам это. Все равно выдает ошибку. Сумму только печатается. Вопрос в том, почему. Ну, вернемся к старому методу отладки.
А именно после формирования структуры программы напечатать ее содержимое. Элемент просмотр. Ожидание. BIOS. BIOS ожидания. О, какое-то алло. Начало. А, он разделил на два слова. Это связано, значит, с элемент буква. Неправильно определяет буквы. Буквы неправильно определяет, а именно функции для работы с буквами. Уже в который раз возвращаемся к этому моменту. Z, A. Z, A. P, A. Я, А. Я, Р. Вот здесь перепрыгивает на далее. А он не должен здесь перепрыгивать на далее. Он к чему-то прыгает на далее. Он должен вот сюда переходить. Совершенно непонятно. КРМ-бук 2. КРМ-бук 2. КРБ-бук 2. Что ж, давайте проверим. Надеюсь, сейчас не зависнет. Зависло. Нет, вообще... Что-то не то он вывел. Еще раз. Компиляция. К слову, конец он читает и на этом останавливается. Что же. Вот это, блин, дебильная конструкция, что здесь. Нормальное название напишем. Маленькие английские буквы. Маленькие английские буквы. Здесь идут большие английские буквы. Это переделываем, туда мы поместим русские буквы большие. Русские буквы.
Далее у нас будет идти маленькие русские буквы. Первый интервал от П до А. Так. А потом будет маленький английский, большой английский, русский, большие буквы. Теперь следующий интервал. Маленькие русские буквы. Буквы. Первый интервал. От А до П. Затем переход ко второму интервалу. Интервал номер два. Который идет от куда куда? От R до Я. От R до Я. Потом идет букву Ю. Проверка на букву Ю. И потом уже идет далее. Вот так. Ну, в общем-то, все равно неправильно почему-то он останавливается на начало, конец. Так. С окнами. Теперь все нормально, он читает. Вот эти дополнительные знаки здесь вообще не нужны, по-моему. Ну-ка. Да, они не нужны. Так. Вернемся к нашим окошкам. Попробуем вернуть, поставить. Вместо начала, соответственно, вот эта функция, вместо конец, вот это. И посмотреть, что получится. Ну да, вот сейчас вот он правильно выводит. Более того, все работает. А вот когда мы печатаем начало и конец, он зависает.
Поэтому мы посмотрим. Стоп, еще раз. Код элемента должен быть. Давайте смотреть код элемента. Элемент просмотр. Вот он. И здесь делаем такую штуку для просмотра кода. Все-таки интересно, какой он код там пишет. Тринадцать. Закрывающаяся скобка 16. Сравним это с тем, что у нас есть. При создании словаря. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. Ха. Вот. Букву А-то я здесь не написал. Вот и вся проблема в чем была. Да уж. Невнимательность. Где у нас окна? Окна, окна, окна. Вот так вот гибнут планы. Из-за какой-нибудь такой мелкой ошибки, блин, и ведь фиг найдешь. Конец, начало. Вот все. Теперь отлично работает. Теперь можно писать begin, end, конец, начало, это уже не важно, как вашей душе угодно будет. Что ж, ну, пожалуй, а вот и нет. Что-то мы зависли при попытке запуска. Ладно, пусть перезагрузится. Ну, в общем-то, здесь нужно добавить перевод из строки, чтобы это все было красиво. Переписать на русский язык. Например, мы теперь... У нас теперь... А, нет. У нас пока еще нету. Сумма. У нас пока нету регистра независимых функций описывать. Но поиск по функциям мы тоже сделаем.
функция. Здесь напишем А, здесь напишем Б. Здесь напишем А, здесь напишем Б. Вывод. Сумма 5 и 6. А в следующем видео, скорее всего, мы уже пропишем по, так сказать, чтобы можно было название функции писать тоже как бы по-разному. Например, здесь только, ну, сейчас от регистра зависимая эта штуковина, в общем-то. Что-то у нас в 9 на выполнение не запускается. Ну, это уже в следующем видео. А пока хватит. Спасибо за внимание. Пока.